Нова 2. Сеттинг Сонс. Карта так и называется. Штурм аэродрома. Тут ночью напоминает Джои, где вот такие поля сделаны с аэродромами. Единственное, что самолет стоит реактивный, Боинг. Нам нужно занять аэродром и как можно быстрее выполнить поставленные задачи. У них есть гражданские заложники в разбомбленном здании в конце поля, которых тоже нужно спасать. Как только оппозиция убежит, дождитесь, пока вертолет подойдет за штатскими. Да, вот. Вроде как поле предельно открыто, но... Ну вот сама карта. Вот они тут будут паскудить немного. Go, go, go! Так, ну тут задачи, в принципе, уже все и показаны, но также и описаны. Поэтому можно будет тоже... Ну вот сама карта. Тут, кстати, видно там намного хуже. Всего лишь, получается, три командных точки на поле. Так, ну почитаем. Цели, 8 целей. 1. Устранить все силы на позиции альфа. 2. Уберите ящики с оружием. 3. Уничтожьте радиоприемники. 4. Уничтожьте вертолеты противника. 5. Уничтожьте огневые точки. 6. Уничтожьте технику. 7. Остановите наступление войск. 8. Защитите мирных жителей. Ну, тут, по сути дела, как это сказать, можно было и не выписывать, все так предельно ясно. Ну, что, надо приступать к штурму. И смотри, что интересно, хоть и день, но висят звезды. Так как это очень прозрачная атмосфера означает. Так, ну чё, мотоциклы, вездеходы. Всё это обычно. Так, ну погнали. Вот и само пуля. Посмотреть. Тупо начинаем их. Вон там, кстати, негры, враги-то негры. Надо их расстрелять. Жалко, что нет звуков. Мрачно, ветряки крутятся. Прикольно. Ветряков-то в джуе. Сука, этот побежал. Че ожидать? О, хорошо. Нормас. Так. Много засранцев за бензовозом. Аккуратненько. О, все. Чья-то, видишь, нога там торчит. Блять. Ну чей это сапог-то? Пидораска. Нет, не попасть пока. Так, вон там еще вдалеке стоят. Ну. Да нет, это очень далеко. Ну что, переходим в наступление тогда. К сожалению, на этих самолетах летать невозможно. Ну-ка. Так, ну... Нормально. Очень красиво, видишь? Как вот есть карты про добычу астероидов. Он там бежит. Так. Вертолет. Слушай, там еще один самолет. Да, интересно. Ну, продолжаем продвигаться. Далеко. Шум идет. Ветряков.
Так, ну, двигаемся дальше. Вырабатывается лишь энергия ветряками. Тут надо обойти, посмотреть. Могут гады прятаться. Готов, готов. Так, ну собственно, вот еще там один под станции. Самой, ух ты, блядь, самой-то подстанции. Ну вот ж какой мощный, двойные тележки на нем. Но летать на нем невозможно. Все, все, все. Формирование Альфа уничтожено. Уничтожьте все боеприпасы. Это есть ящики с оружием. Есть ящики с оружием, да. То есть вблизи первого Боинга. Вот получается, на Боинге самолеты. А я смотрю, у него масштаб. Он там второй еще стоит. О, а там, кстати, другой он какой-то. Это-то красный. Охереть, ну, блядь, улетит с тобой реактивный лайнер. Чё там? Улетит с тобой реактивный лайнер, унося с собой все твои мечты. Ух ты, гади! Чё, на самолет опаздывал? Это как этот ублюдок Турчинов опаздывал на самолет, типа. Ехал на этот Донбасс на самолет, как будто опаздывал. Пружина прокололась, пока меняли, они аэропорт просрали, да, прямо. Три входа. Мощная машина, но подняться на нее невозможно. Две турбины, ну, тут современный. Это какое две? Даже четыре, это огромный лайнер. Настоящий лайнер. Так, ну что, надо идти? Ну, там какие-то гады катаются. Очень мощно. Эффектная вещь, короче. Так, а с той стороны, интересно. Получится, очень какая тень от него легла. Настоящий реактивный лайнер. Улетит с тобой реактивный лайнер, унося с собой все твои мечты. Всю ночь таранит черноту, турбины ту, турбины ту. Вот для скрина это вообще карта, наверное, отличный. Еще один самолет там будет. Так, вон гад стоит, давай. Подожди. О, хорошо. Черные дали, блядь. Чернокожий аэродром. Чернокожие захватили. Он какие... Просто охуеть. Это космос. На Земле это такое уж невозможно, чтобы... Днем проглянули, это есть типа, ну может типа из-за затмения? Да, вот может быть. О, слушай, бензовозик можно кататься. Погнали. We've got company. Да взять точку А. Ну, блядь, обстреливают. Её охренные просто дрифты его это вот. Давай. Все, молодца. Ну-ка выгоняем. Ну ты куда? Так. Давай, родимый. Пидорасы. Так. Марш чернокожих называется. Чернокожие после боя. Ебать колотить. Чернокожие.
хулиганьте тут. Так, надо бы сейчас его грохануть. Ну-ка, 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 отходи. Расстреливают. О, все, капец вам. Вот долетали. Все? Я понял. Пусть там стреляют. Так, 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 где он? Давай-ка взберемся на холм. Холма постреляем. Такс. Это пишет боеприпасы, надо ликвидировать. Тут нифига нет, наверное. Позиция альфа зачищена. Давай дальше на позицию Брова. Это интересно, взорвется. О! Конечно, взорвем. Вот что деется. Офигеть. Самолет пока трогать не будем. Вроде как он не пишет, что нужно. Посмотрим. Если надо, так уничтожим. Так, тут какие-то буераки. А что за боеприпасы, кстати? Ну давай к баракам смотаемся. Так. Патрулируем местность. Он опять вертолет сейчас полетит. Так, он тут радиоточки, я смотрю. Блюдок. Так, ну-ка давай-ка, давай-ка, второй огонь. Все, готов. Я еще помню тебе это. Ну-ка. Готов. Так, тут все чисто. А как бы не так, там он. Давай-ка сейчас посмотрим. Да! По три гада за каждым бараком. Давай, устроим концерт маленький. Козлы. Не нравится? То-то же. Тут арсенальчик. Можно попасть. Ух ты, блядь! Ах ты ж гад. Ты еще и птичка, я скажу. Так, ну в бараках я смотрю, нифига интересного. Четыре барака. А вот блокпост, радиоаппаратура. Радиоприемники, это третья, кстати, часть. Все боеприпасы. А где к черту боеприпасы? Не понятно. Вот смотайся. А где боеприпасы, кстати? Вот тут что. Так это не боеприпасы вроде. Тут точка Б. Готово. Честно говоря, надо просто тупо и методично все это ликвидировать, да и все нахер.
не обязательно делать строго по призму. Все взял. О, гады. Ну-ка, ну-ка. Выскочило много гадов. Ух ты, блядь, там танк. Пулеметный танк гоняет. Подожди, подожди. Я даже пока ни разу не жду. Поливает огоньком. Огнеметный танк. Пока не уничтожит. Все, готов, готов. Или не готов? Да нет, готов. Там что-то есть все равно. Так. Сейчас давай-ка. Так. Можно взять опять. Смотаться туда, кто. Не доделать. Вот что не доделали. Подлечиться можно еще. А тупо все тотально ликвидирую. Еще нахрен. Вот сейчас. Боеприпасы, говорит. Ну, сука. Ну, там еще один огнеметный танк. А шо один огнеметный танк? А шо ж он под боеприпасами считает? Это зуры. Боеприпасы, боеприпасы. Ну давай зуры уничтожим. Хотя, слушай. А давай, нет, давай начать все-таки подъем. Вот. Пытается стрелять, но не дострелить. Ну-ка, давай-ка, стоп, стоп, стоп. Так. Ну, все очень хорошо. Так, в принципе, тут ничего сложного я не вижу. То есть надо подлечиться обязательно. Тут, в принципе, вообще можно быстро на эту карту пройти. Чуть ли не, может, минут за 20 даже. Ну, команда, конечно. В одиночку-то ни черта не понятно, с первого раза, блин. Ну давай лечимся. Все, ни разу не погиб, это очень классно. Для абсолютно первого. Давай радиопередатчик сейчас грохнем. Давай, 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 давай. Так. Тут много обоев. О, все, готово. Уничтожь оружейные. Че это? Оружейные позиции. Во-во-во. Огневые точки, это есть оружейные позиции. Уничтожь вражеские вертолеты, уничтожь технический центр. Технику. Ну это и есть технический центр. А что такое технический центр? Пока. Ух ты, гадина. Так, вон приехал. Ну, все готово. Давай сюда проведаем. Нормально? Да, вроде ничего, все нормально, нормально. Ух, сука, что-то, блядь, подранило. Это плохо. Уж сдохнуть. Так, а где там? Вот там есть снова есть аптека где-то там. Ну давай. Может, это есть технический центр вышки?
Баки что такое? Хотя неизвестно. Еще ведь баки. Баки нужно или для красоты? Тут не знаю. Дубушки в любом случае надо подрывать. Оружейные позиции это вот эти наразуры. Давай подрываем. Нормас. Сейчас давай за аптекой. Кинь-ка туда парализатор, чтобы там никого не было. Пошел. Ах ты гады. Вот видишь? Все. Все, подзарядился. Так, давай наверх. Так, ну-ка, ну-ка. Нет, все нормально, нормально. Вон там танк херачится. Надо бы его подбить. Слушай, вон там интересные самолеты стоят. Истребители. Так. Все, 16 метров. Танку-то никак не достать. 182 метра. Ну-ка посмотрим. Что он там? Наяривает. Еще так и сяк. Давай, короче, его подбивать. Подожди, а тут... А, ну тут есть боеприпасы. Давай, давай, давай. Быстренько от него избавляться. Так. Будем надеяться сверху. Джавелин до него достанет. Ну, подожди, подожди. Пошел. Так, где он, где он? Он и из пушки, и из огнемета. Все, ждем. А сейчас залетит на воздух. А, все, готов. Так, и давай-ка сейчас наверх смотаемся. Посмотрим, там нет ли чего. Командной башни. Тут какие-то компьютеры будут. А их, ну, интересно, надо перевести? Давай. Ликвидируй. Так, окей. Ну вот два самолета. Позиция Альфа. Бараки. Вот этот красный Боинг. У ветряков. Четыре ветряка. Ну, там где-то я начинал игру чуть дальше за холмом. Так, тут неинтересно. А теперь вот этот аэродром. Так. Ох ты, паразит. Давай посмотрим. Вот там, видишь, кто-то стоит. Ну, подожди. Да что ты творишь-то, сука? Отличка. О, я смотрю, там стоят гады. Во. Отличненько. Ну, так вот, тут двое. Угу. Теперь тут вот еще стоят. Подождите. Все, готово. Так, ну вот этот самолет. Он. Это вроде бы поменьше самолет. Это приличный такой, как Ил-86 размер имеет. Ил-96, Ил-86. Это такой, по-моему, меньше, наверное, как Ту-134 или Як-40. Сейчас увидим, туда придем. Так, а где чуваки-то, заложники в каком-то здании? В разбомбленном здании в конце поля. Ну, короче говоря, давай дуем обратно.
Стоп. Прыгаем. Ты представляешь, ни разу даже не сдох за все. Опять такого никогда не было. Говорит о том, что очень простая карта, все видно на огромном сцене. Дохнешь почему, когда ничего не видно издалека. Так, вот тут три вертолета, надо сразу их ликвидировать. Так, ничего нет. Все, давай отходим. Позиция эхо зачищена, говорит. И? Хрен знает что. Позиция эхо зачищена. Вражеские вертолеты пока не уничтожены. Он там гад катается. Стоп. Слушай, это джип едет, джип. Еще кто-то катается. Ну все, готово. Ну, браво там захвачено. Так, слушай, давай, чтобы под огонь не попасть. Давай выдвигаемся. Да, самолет огромный. Мы сейчас увидим, короче. Да блядь, сейчас все грохнет. Понято. Давай перебежка сюда. Так. Так, там кто-то катается. Ну-ка. Ну, доигрались. О. Технический центр уничтожен. А что ж, технический центр это дышибу, получается, блин. Офигеть. Так, ну тут ничего интересного нет, там точка С. Давай выдвигаемся, сейчас позырим. Да блять. Да играешься ведь. Так, тут самолет стоит, не знаю, надо его уничтожать. Нет. Да, лови огня. О, аптека. Это удобно, что аптеки есть. Не знаю, нужно. Ну-ка, только попробуем. Они что-то как сказать, уничтожаются. Блять. Да блять, ты что делаешь? С огромным что ли. Пока. В любом случае не надо. Ты, блять, ты сука. В ангарах-то опасно. Там вон вертушки стоят битые. Конечно, их надо уничтожать. Тут вон самолеты есть. Можно летать. Вот, DC-3 стоит, классно. Но летать. Наверное, тут не вы. У-у-у, что делают-то, блядь? Под шасси DC-3. Да, круто, такой маленький самолетик, но вряд ли на нем полетать не видишь. Древние такие шасси. Древняя, видишь, схема, когда на крыле два передних колеса. Прямая, кстати, стреловидность. Тоже-то. Сзади одно. Вот прыгнуть-то, наверное, может, на него можно. А хрен там. Прыгнуть нельзя. Там, наверное, эти заложники где-то сидят. Тут гады могут где-то быть. Хотя вроде нету. Так, ну смотрим дальше. С ракетами стоят самолеты. Но они недоступны для полетов. Эти хорнеты вроде F-16 хорнет. Тут все игры так-то приведены.
Про МиГ-29. Про F-22. Про F-16 что-то не беру едино. Теперь надо туда сейчас смотаться. Баков там до херища. Ну-ка давай сюда аккуратненько. Может гад быть. Нет, все нормально. Так, а куда мы приперлись? Давай по бакам. Я багом уничтожить. Круто. Давай все уничтожь. Ты карта чего говорить, она очень легкая. Предельно все легкая. Так, откуда? Ты сука, Кирилла. Вообще это башмакчина стоит. Все готово. Так, 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 во. Готово, джипы сразу он взрывается. Так, ну что дальше? Так, ну все. С баками, короче, покончили. Да я не знаю, это надо уничтожать самолет или не нужно. Не хотелось бы ломать, ну сейчас посмотрим. Жалко самолетики ломать. Видишь. Получается, 3 хорнета стоит, DC-3. В этом месте. Такая вот он, кстати, этот самолет, он может летать в этой. Странно, что на этот винт двело пусть идет. В БХД игре. Или в БХ. Даже точнее в БХ вот он летает. Так, ну давай идем, двигаемся. Сейчас тут подорвем. Бензовоз рабочий. Может кататься. А хотя нет, это все-таки меньше, как я и говорил, самолет намного меньше. Это такой, как Ту-204. Тоже такой скринчик неплохой. Ту-204 двухвинтовой. Под крылья, под турбиной. Нет, не Ту-134. Вот Ту-134, они вот сзади. Ой, слушай, там гады. Бортмеханик прибежал, как говорится. Ну-ка, давай-ка сюда. Сейчас подзырим. Нет никого. А, тут просто вертолет. Сейчас давай все это подорвем. Зуры опять. Так, кстати, тут есть пулемет. Так давай быстрее с пулемета. Так, ну нет, больше не подбить. Так, чисто. Ну и все, давай быстро подрываем. Два в ангарах вертолета, два зура. И один на взлетке стоит. Так, а там что за хрень стоит? Сейчас посмотрим. Так что как бы стоят. Типа какой-то Ил-86 и Ту-204. Самолеты очень похожи. Так. Позиция Фокстрот готова. Все геликоптеры уничтожены вражеские. Все... Ух ты, блядь! Ты скотина, чё, больна? Больна мочой? Не надо болеть, так не надо. Вот как красавец, конечно, DC-3. А какой он крошечный, но такой. Залихватская машина может для различных целей применяться.
хорнеты. Так, надо выдвигаться туда куда-то. Ну, блядь. Могут поливать. Так, давай аккуратно. Так, тут у них какая-то... Понятно, что какое-то строение. Позырим, что это такое. А, ну да, типа бойлерный какой-то. Ага. Типа... Ну, какие-то, а может, нет? Это прибор, кстати. Вон там гады, давай. Да, тут все марш чернокожих. Вот эту карту. Ты, блядь. Где ты? Да вон там стоит где-то. Марш чернокожих, блядь. Короче, надо брать точку С. Ну-ка посмотрим. Давай-ка выжигай. Нормально. Кидай туда побольше гранат. Уже отходит, там тебя расстреливают. О, кого-то грохнуло. Все, не жалей, кидай. Блять, отходь. Надо точку С взять. Ну-ка давай-ка аккуратно. Так. Что-то рассказывает про руф. Говорит опять. Так, там расстреливают. Да блять, ну сука! Так, ну-ка давай-ка. Так, тут добавились задачи. Остановите вражеские подкрепления. Боеприпасы все, однако, почему-то не ликвидированы. Надо вот будет поглядеть. Где точка С? Нифига не пойму. Будет искать, где боеприпасы. Что-то пока не найти. Так, вот. Да, все нормально. Так, не знаю, можно ли тут подлечиться, нет ли? Непонятно. Во, они! Я все разбор. Так, где там брэс? Ух, пидорасы. Сколько их там бьют? Сколько хишей-то сколько? Тонны плохишей бежит. Так, ну куда газа плюет? Ну и еще бегут. Мечутся, надо будет смотреть. Я слышал, удобно, что пулемет есть. Ну чего еще? Да, надо ждать, пока не кончится. Ух ты, блядь. Чё, где конец? Когда конец? Чё, больше не бегают. Непонятно.
Давай осматривать. Типичный ангар. Чистенько вроде бы. Давай сбегаем, проверим, что там ничего не было. Ну, заброшку С я захватил. В общем, все КПшки взяты. Да, вот такая карта. Так, тут нифига нет. Все предельно ясно и просто. Давай туда сбегаем теперь. Так. Фу, блядь! Целая команда. Команда пидоресов. Ну что, нравится вам, ублюдки? Ублюдки, да? О-о-о! Опять гости дорогие. Целая компания. Да пизда тебе. Целая компания, ебица. Все, все. Формирование нейтрализовано. Еще боеприпасы надо уничтожить. Технический центр тоже уничтожен. Кто долбает? Давай осматриваем бараки. Ух ты, блядь! Вот ты где. Доигрался. В мусорном бачке я прятался, гад. Помойник. Во, наши летят на вертолете. Так, ладно. А боеприпасы где ж? Что-то боеприпасы почему-то не уничтожены. Плохо. Надо искать. Во! Суки, опять. И опять, и опять. Все, чернокожий. Спуки. С. Мака Питбуль. Молодцы. Чинук прилетел. Давайте, заходите на посадочку. Давайте, давайте, давайте. Мирные жители спасены, говорит. А так типа все просто надо, чтобы вертолет прилетел. Вон они, вон высадились. Спуки Мако С. Ну! Так что, конец. А где боеприпасы? Даже и боеприпасы никакие не надо было уничтожить. В общем, тупо остановить атаку, прилетал вертолет, и все, конец. Джон набирает 1001 очко, 181 фраг. Боеприпасы, в общем, даже никакой роли не играли. Ну, вот такая карта получается. Легко пройденная.